С вами Таганровский живой уголок. Здравствуйте. Молодняк кур этого года, который вы вылупили. Курки совершенно разных пород. Есть сыновки. Особо породистых здесь нет. Это обычная несушка. Одного цыпленка пришлось посадить в клетку, так как его избивали. Черненький, не знаю, может потому, что он самый черненький из всех. Но доставалось ему от всех, пришлось его отсадить. Вот этой курочке пришлось одеть очки, так как была бойкая сильно. Сидит наказанная, ходит в очках, так как избивала весь молодняк буквально, который видела под ногами, сразу начинает их бить. И держится она сейчас как бы в сторонке от всех, наблюдает за всеми. Курочка вся практически ручная. От меня вообще не отходит моя любимица, возраст 4 месяца. Петушок здесь до бойки тоже будет. Это у нас петушок. Которые идут за мной.